Представители Всемирной федерации демократической молодежи в начале февраля оценят уровень подготовки курорта для возможного проведения здесь фестиваля в 2017 году. В плане мероприятий – осмотр Олимпийского парка с посещением главного медиацентра и стадиона ФИШТ, а также встреча с активом молодежи Сочи. Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в прошлом году поручил Федеральному агентству по делам молодежи организовать работу по выдвижению заявки России в качестве страны-организатора 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году. Презентация заявки состоялась на Кубе в ноябре.